Ход реконструкции эстакады на 26-м километре Можайского шоссе в районе железнодорожной станции Отрадная проверил глава Одинцовского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов. Сейчас завершается первый этап работ, готовность составляет более 70%. Партийный мониторинг осуществлялся в рамках реализации проекта «Здоровое будущее» и контроля исполнения программы наказов «Подмосковье. Территория перемен», сформированной на основании народной программы партии. Капитальный ремонт путепровода ведется в рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги». Полностью реконструкция эстакады завершится в третьем квартале 2023 года. А в рамках партийного проекта «Безопасные дороги» Андрей Иванов проверил качество дорожного ремонта на Можайском шоссе. На участке трассы длиной 1160 метров заменили порядка 24 тысяч квадратов полотна. В ходе работ применялся евроасфальт, обладающий улучшенными характеристиками. В присутствии главы муниципалитета специалисты осуществили забор проб нового асфальтобетонного покрытия.